12-летняя девочка жила с отцом в небольшом доме в пригороде. С тех пор, как умерла ее мать, отец стал для нее всем. У них были прекрасные отношения. Они очень сильно любили друг друга. Однажды утром отец девочки сказал, что уезжает в командировку и приедет домой поздно ночью. Сказав это, он поцеловал ее в лоб, взял свой портфель и вышел из дома. Вернувшись домой из школы в тот день, девочка села делать домашнее задание, а потом смотреть телевизор. К полуночи ее отец еще не вернулся, поэтому она решила лечь спать. Снился сон. Она стояла на краю оживленного шоссе. Легковые и грузовые автомобили проезжали мимо. Она посмотрела на ту сторону шоссе и увидела знакомую фигуру. Это был ее отец. Он держал руки у рта, и казалось, что что-то кричал ей, но она не могла разобрать ни слова. Когда гул машин стал тише, она напрягла слух и едва могла разобрать слова. «Не открывай дверь!» И тут девочка проснулась от какого-то громкого шума. Она приподнялась на кровати. Резкий звук повторил, надела тапочки и в одной ночной рубашке подбежала к двери. Посмотрев в глазок, она увидела лицо своего отца. «Подожди, сейчас открою», — сказала она. Откинула засов и уже собралась открыть дверь, но в последний момент остановилась и снова посмотрела в глазок. Что-то в выражении лица ее отца было не так. Его глаза были широко открыты. Он выглядел испуганным. Она вернула засов на место. Звонок продолжал издавать трель. «Папа!» Осторожно позвала она его. «Папа, ответь мне!» «Папа! Там кто-то есть с тобой?» «Папа, почему ты не отвечаешь?» Девочка едва не плакала. «Я не открою дверь, пока ты мне не ответишь!» В дверь все звонили и звонили, но ее отец молчал. Девочка сидела, сжавшись в углу прихожей, и слушая. На рассвете она проснулась и поняла, что в дверь больше не звонят. Она подкралась к двери и снова посмотрела в глазок. Ее отец все еще стоял там и смотрел прямо на нее. Девочка осторожно открыла дверь и закричала. Отрубленная голова ее отца была прибита к двери гвоздем на уровне глазка. На дверной звонок была прикреплена записка, в которой было всего два слова. «Умная девочка».